So. Time to be yourself. Ее могли бы звать экзотически, Мадонна или попросту Дженнифер. Она известна в мире поп-музыки, только зовут ее просто Катя. Мой друг на ней зациклен фактически, весь день звонит и шлет сообщение. Все это не смертельно, но все-таки, если увидите, передайте. Катя, возьми телефон, это он, звонит. Катя, возьми телефон, это он. Потому что так бывает, если в первый раз влюблен. Катя, возьми телефон, это он, звонит. Она спускалась плавно и медленно, как могут только авиалайнеры. По лесенке реального времени, из нереального хэппи-энда. Она была немного растеряна, как будто бы вокруг кинокамеры. В глазах читалось черным по белому. Стань, если хочешь, моим бойфрендом. Возьми телефон, это он звонит. Катя, возьми телефон, это он. Потому что так бывает, если в первый раз влюблен. Катя, возьми телефон, это он звонит. Катя, возьми телефон, это он. По ночам не спит, но видится один и тот же сон. Он ночью не спит, но видит все один и тот же сон. По ночам не спит, но видит все один и тот же сон. Катя, возьми телефон. Все один и тот же. По ночам не спит, но видит все один.